Всем привет. Всем доброго вечера. Кто на канале «Любительская рыбалка» с Михалычем. Приехали на вечерочку погонять хищника. Думаем, щучку, судачка, окуня. Да вообще, кто клевать будет, тому мы будем рады. Ребята, не переключаемся. Все, мы кушаем. Да, перекусить. И в путь. Хотим перекусить. Немножко тут от Виктора колбаски, от Михалыча сала, от Сергея хлебушка. Сейчас соберемся. Наши лодки. Мы, как всегда, на своем ВАЗ-2107. Виктор уже собирает лодочку. А что, у тебя две этих только, да, на дно? Да, и все. Хватит тебе, да, говоришь? Да, помни. Что полностью. А у Виктора? Рек 265 эконом. Рек? 265 эконом пройдет. 265? Да, да, вот. Тоже ПВХ, да, получается? Да, ничего себе. Ну все, брат, респект тебе. Тебе тоже, брат, респект. Сейчас с Михаилом батл мы сделаем. Так что Little battle. Да. Ну все, едем настраиваться, качать лодки. Вот так вот у нас тут вот всего по чуть-чуть. Кучками-кучками, сапогами. Сергей что-то убежал куда-то там. Еще вот. Вот машинка подъехала. Вот эти три машины стояла. Ветерок такой. Сегодня у нас какая красотища. Облачка. На природе всегда лепота. Классно. Вторая лодочка у нас в калибре. Вот она, красавица, калибри. 2,8 с полным дном. Вот так вот. И еще там открывается. Насос большой, хорошо, быстро качается. С Сергеем договорились. Я качаю, он моет. Классно же, да? Все, один баллон готов. Все, докачиваю второй борт, третий борт. Все, готово. Че говоришь? Иди вот палочку. Так, у Виктора что там? Сал, амандр. Саламандр, серебряный ручей. Ничего себе, ты красавчик. 2,45 длиной, да? Угу. Красавчик. Да, ну, Сережка уже подсак поймал. Ловлю тут. Ты что там, бешеную вертушку опять поставил, да? Ну-ка. А? У тебя что там за палочка? У меня Red Line. Red Line. Мощный. Ага. Валера какой-то. Валера. Ну сейчас Михалыч своего Валеру достанет. Короче, от 2 до 6,5 грамм. Прикинь. Вот мой Валера. У меня 2,40. Он сразу щуку хочет зацепить. Вертушку какую поставить. Название Торнадо. Тест 5,15. 3,15. Что-то этот. Плохо он. Солнце. Ну, катушечка у меня выпиваевская. 9+1. Сейчас я поставлю побачи немножко катушечку. Выпивай. Сейчас все, лодку накачали? Да? Ты поплыл, что ли, уже? Сейчас переобуваемся. Да нафиг, я сапоги не буду одевать. Я этот беру. Кроссовочках зажигну. Катушки запасные. Ну все, мы собираемся, заплываем. А? Все, друзья, вот мы и заплыли. Вариант, куда плыть? Налево или направо? Вон один фишинг Казахстан поплыл. За Виктор. Да. А тут... Что, за ним поплывем или на ту сторону? Давай попробуем за ним, если что, потом нас волной стащит.
туда. Что, волна не пойдет? Тоже рыбаки приехали. И этот. Его не видно там даже. Но у нас вот такой вот волна пока. Че, Викторыч, как думаешь, клевать будет, нет сегодня? Ну это мы посмотрим. Хотя погодка хорошая. По-любому должно быть. Это зависит от рыбака, конечно. Согласитесь. И от приманки. Ну и от водоема. Короче, одно за другого цепляется. Это много от чего зависит. Но будем стараться. И вы это увидите, что у нас получится. Всего этого. Будем тестировать. Да, но мы сегодня, как сказать, до этого на окуня ездили постоянно, а вот тут теперь хотим опять на вертушке, да? На железо что-нибудь попробовать половить, а то отводной силикон, как бы этот. Сейчас будем пробовать. Здесь судак, щука, окунь, в принципе, лещ, все есть. Хищник не будет. Будем пробовать на мирную червя, опарыша. Да, на удочку тоже будем пробовать. Что-нибудь поймаем. Волна у нас немножко. Время сейчас сколько, Сергей? 15:05. Заплыли, покидали полчасика, пока тишина. Сергей закинул удочку, таскает тут живца. Ё-моё. На судака, да, новичок? Но... Если чё, если останемся. Давай. Что ты рыбачишь? Ну-ка, покажи. Покажи. Зацепи еще порошочек. Погода просто сказка. Ветерок такой слабенький. На волне сидим. Классно, лодку качает. Сергей опять вытащил. Сигнал. Блин, а до этого хороший был. Да. Окушок? Да. Ну-ка, лайкос поставь. О, ракета. Зачем выкинул? Живец же. Надо этот же. Именно чебака, что ли? Ну и чё, что окунь? Пойдет. О, клюет. Смотри, смотри, тащит. Нет? Шатает, да, полностью его. Блин, лодка крутит. Оп, есть. Нифига себе. Вот это подлещичек. Классно. Сергей, дай мне тоже удочку порыбачить. Нифига хорошенький. Как ты с меня вязал? Кого? Пацак? Специально так? Там две дырки вот. Здесь побольше, там поменьше. Какая тебе нравится? Что ты, опарыш еще? Покажи этот крючочек. Зачем тебе крючок? Короче, не показывает крючок. Я буду этот спиннинг кидать. Сергей что-то тащит. Окушок? Окунек. Пацак нужен? Ох ты, какой хорошенький горбач. Смотрите, ребята. Прям огонь. Красавчик какой. Опа. О, в отце я. Выше подними. В отце я крутой вокер. Смотри какой. Красавчик. Блин, красавчик. У тебя виска такого нету. На что он взял хоть? Опять вытащил Сергей. На что он клюет-то хоть, ё-моё. На даггер. Я все снасть не могу под этот. Снизу забрал, да? Даггер. Грузик 12 грамм. Плюс у меня. Покажи, стоит. Покажи, что там есть. Да,
большой, но пойдет. Ну есть, да? На сушку. Сергей опять что-то тащит. Ничего себе, окушок. Вот она, вечерка. Обалденный. Я опять на свой любимый джикрик, елки-палки. Рыбу покажи хоть, ё-моё. Чуть я не упал. Смотри, у него плавник какой. А, точно, нифига хвоста нету. Кто-то подпалил ему, что ли? Откусили, прикинь? Наверное. Капец, щука здесь. Сергей вообще в тренде, ё-моё, опять тащит. Я же этот... Смотрите, пол кабана. Давай-давай, не сойди, не сойди. Красавчик. Опа. Вот ты прям красавчик. Вот это... Ну-ка, покажи свой силикон вот там. Это красота. Хоть. Не покажу. Я не до конца сделал. Красава. Капец, Сергей тягает один за одним, ё-моё. Нифига себе. Опа. Ну все, фоткаться уже хватит, блин. Вот это да, красава. Лайк. Хорошие бубенчики. Бубенчики за бубенчики, да? Красавчик, да, ребята? Лайкос. Виктор у нас судачка поймал. Красавчик. Судачок, судачок. Красавчик. Лайкос. Респект, ребята, с Михалычем сегодня на рыбалке. У меня привез такие места шикарные. Спасибо вам, Михалыч, от души. Прям вот. Всего хорошего, Виктор. Самое главное, клев у нас есть, да? Ребята, есть и с Михалычем. Это Казахстан. Судачок первый. Классная рыбалочка. Продолжаем. Вечерочка. Закат у нас. Уже темнеет потихоньку. Прямо на закате. Хорошо берет судачок. Хищник. Такая вот природа у нас. Ветерок стих. Виктор довольный до ужаса. Да, вот на такого взял силикон. Сотку, да? Да, это этот, блин, название. Бас. Это бас. Дорогая прямо. Виверхост. Ну все, продолжаем. Продолжаем с Михалычем рыбалку. Сергей тоже там сигу тянет. На перекурчике он, да? Я отвечаю. Опять Виктор что-то тащит. Отвечаю на паузе. Хороший судак. Смотри, как давит. Это судак. Тут пудово. Виктор, вы в прямом эфире. Да, Михалыч. Это хороший судак. Прям красавчик. Он второго подряд судака вытащил. Респект, Виктор. Ребята, рыбалка. Огонь. Красавчик. Ай, вообще, я даже в шоке. Судак. Кидал я вот на эту вот темно-фиолетовую. Вот. Виктор вот на эту. Дал мне тоже попробовать. Это бас. Ребята, дорогая приманка, бас, но она всегда работает. Смотрите. Красавчик. Лайк. Уже не знаешь, как палец согнуть, да? Какое прекрасное утро. Правда, холодновато. Такой туманчик над водой. Сергей уже кидает спиннинг. Да, Сергей? Замерз? На леске смотри. А? На леске смотри, заморозки. Холодно, конечно, с утра. Виктор, как дела у тебя? Погода, говорю, шикардос, да? Есть. Вот, у Сергея первая поклевочка. Прикинь, с первого заброса, видите? Судак. Ну, поднимай, посмотрим, кто это. О, правда, судачок.
Подсак надо? Красавчик, красавчик Сергей. Утрянку взял. Вообще красавчик. Отрабатывает, говорит. Вчера печку не топил в машине, все замерзли. Лайкос, друзья. Выше подними его немножко. Во, блин, красавчик. Вообще шикардос. Михалыч тоже вытащил утряночку. Все, ребята, заплыли. Смотрите, какая изморозь. Ё-моё. Зима. Зима. А у нас рыбка клюет-то, ё-моё. Со снегом. Да, у нас норка всю рыбу ушатала. Да, подсак ушатала наша вчерашняя. Вот такой красавчик, ребята. Окунь. Сергей окушка вытащил. Прикинь, догнал. Во, пеледулок, да? Утрянка мощная. Не зря остались. Ну. Открой свое хавало. Дай. С батькой сфоткайся. Ничего себе, чебачок у тебя мощный. Классно. Красавчик. Доброе утро, друзья. Блин, встали. Остались ночевой. Остались именно на утрянку. И... не прогадали мы, прям классно. Вот Сергей вот пятый заброс делает, вытащил уже. Сколько судачка? Пятый, четвертый. Четвертый. Третий, судачка окуня вытащил, я тоже судачка вытащил. У нас зима, изморозь, смотрите, ё-моё. Оставили садок с рыбой на ночь на берегу. И что вы думаете, мы утром встали и... рыбы нету в садке. Вот такая вот дырка, блин. И все, мы без рыбы. Окуней вчера натягали. Ну, думаем, утряночку мы отрыбачим. Все, ребят, не переключаемся. Кто смотрит канал «Любительская рыбалка» с Михалычем, всем спасибо. Вот Сергей опять тащит. Ушел. Было, было, было и прошло. Офигенная рыба была. Вы видали его на физиономии? Ё-моё. Все, ребята, смотри, будем рыбать. Друг же, смотри. Силикона нету, смотрите. Витька, Витька, давай силикону, да, такой? Дай, пожалуйста, силикону. Короче, жесть. Все, будем рыбать. Я вот на такую вот зелененькую. Сергей заплакал. У меня нету больше силикона. Вот это угар пошел. Витька, дружу, ну дай, пожалуйста. Витька чай там пьет, довольный. Теперь я закину, попробую. Что-то они дразнятся здесь. Ё-моё, один за одним. Вот они, прям смотри, под лодкой, блин. Че я, Витька? Этот. Окушок, ребята, смотрите. Вот они. Невзначай. Ты, Витька, на больного человека не обижайся. Я сам больной, да, такой? Смотри, он какую приманку захапал. Смотрите, какой окушок. Какую приманочку хапнул-то, ё-моё. Ну, давай. Скажи там всем привет от Михалыча. Какой красавчик, ребята. А, че-че-бега. Красавыла, да, какой? Окунь, утренний окунь. Ух, как он напупырился. Такой очередной красавчик, ребята. Прям монстр. Окушок. На такую силиконочку. Опа, красавчик, да? Какой красавчик. Продолжаем. Михалыч тянет кого-то здесь. Сейчас посмотрим. О, ушел. Красавчик.
Все, отрыбачили мы утряночку. Прям перестала клевать сразу. Буквально час покидали. Окунь с удочком подолбил. Все уже. Уже полчаса кидаем, нифига нету. Давай, Сергей, может на берег? Чух. Может поглубже на судака попробуем? Да нет, там глубина нормальная. Какое прекрасное утро.